Следующий плагин достаточно интересный, тем, что он позволяет верстать стили вашего сайта, так скажем, в прямом, в живом режиме. И причем их можно будет изменять как в самом редакторе, так сразу и в браузере. В общем, сейчас вы все увидите и сами поймете. Первым делом переходим в вкладку Preferences, вызываем Package Control, Install Package. И здесь вводим название плагина, который называется Live Style. Сейчас у меня подгрузится, минуточку. Так, что-то долго соображает. Так, видим, есть. И сюда вводим название нашего плагина. Вот он, Live Style, видите, да? Щелкаем по нему, и он у нас загружается. Так, отлично, загрузился, установился. И теперь следующий шаг — это открыть браузер Google Chrome, именно этот браузер, перейти вот по этой ссылочке, она будет под видео, и установить в него расширение под названием Emmet Live Style. У меня оно уже установлено. У вас тут будет кнопочка «Бесплатно», жмете на нее и устанавливаете. Далее, после того, как расширение это установлено в браузере, открываем наш редактор и открываем файл index.html в Google Chrome. Так, и теперь, смотрите, здесь щелкаем правой кнопкой, вызываем просмотр кода элемента, и у нас здесь появится новый пункт под названием Live Style. Переходим на него, жмем сюда Enable. И здесь в файле стиле CSS выбираем вот этот вот файл стилей наш. Тест стиле CSS. Итак, обратите внимание, что у нас здесь должен быть подключен Sublime Text 3. И тогда будет виден вот этот файл стилей, который в нем тоже, кстати, должен быть открыт. Видите, да? Отлично. Итак, теперь переходим на вкладочку Elements и смотрим. Так, давайте только мы сначала откроем редактор, и я его здесь уменьшу, чтобы вы сразу заметили изменения. Итак, смотрите, меняем бэкграунд. Щелк, 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 видим. Он сразу автоматически меняется здесь. Давайте напишем, например, red, красный цвет выберем, и он автоматически здесь применяется. То есть, таким образом, вы можете вживую менять стили вашего сайта. Конечно же, это надо сделать после того, как вы составили сайт уже в index.html, в HTML, и у вас остается только, ну, остается только дело за тем, чтобы его красиво оформить при помощи стилей. И обратите внимание, еще одна хитрая штука. Давайте мы выберем элемент body здесь и видим, прописанный красный цвет. И если мы здесь поменяем цвет, например, на какой? На вот такой. Так. И вернемся в наш редактор. Обратите внимание, здесь цвет тоже поменялся. Так, только у нас сейчас идет кодировка в хекс. Давайте мы поменяем на... в RGB на хекс колор в 16-ричной системе, чтобы было все это дело. И давайте тут сейчас поменяем вот так вот. Щелк. И смотрим в редакторе. У нас тут сразу меняется цвет. И обратите внимание, что так можно издеваться над всем чем угодно. То есть и над обычными заголовками, и над всеми полностью элементами. То есть полностью можно редактировать стили в живом режиме. Ну что же, надеюсь, вам этот инструмент принесет много пользы. Давайте я назад верну. Так, расцветку. Давайте даже вот такую поставим. Так. Enter. Так. И дальше будем уже разбираться с другими плагинами.